Отличная позиция для удара. Сможет ли он ей воспользоваться? И залетает мяч в сетку. Очень. Посмотрим еще один повтор этого гола. Мяч у Вестбромвича на фланге. Есть там свободная зона. Могут навесить хозяева. Не смог тут игрок. Штанга! Мяч отскакивает в поле. Ах, какое мастерское движение. Неплохо он. Есть игрок впереди. Пройдет передача. Не увенчалось успехом эта атака. Фоден! И начать штрафной. Карточка вряд ли после. Забирает мяч. Ну куда же ты пас отдаешь? Вот это ошибка сейчас у вратаря. И гол в этом, конечно, плане лучше помощник. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Маркус Рэшфорд. Могут хозяева подать сейчас. Адсон Одуэй. Счет. Не стал судья останавливать игру. Преимущество сейчас у них. Навес. Штрафную. Перекладина. Сильно ударил. Чуть точнее бы. Вперед. Вратарь спасает своих. Мяч в его руках. Не стал давать свист. Удар. Гол. Дожали они соперника и взяли свое. Из-под прессинга играть сложно, и ничего не смог соперник поделать с этим. Классный темп они задали с первых минут. Ну что сказать, не умеешь. Будет ли это просто или нет, мы узнаем, но точно будет интересно. И удар. И это должен быть гол. И еще не заметил. Опасно это может быть. Можно бить и выиграть матч. И это пенальти. Это 11-метровый удар, который может решить все в этой встрече. Да, если они сейчас забиска не было. Ну, здесь у арбитра не было никакого выбора. Никто бы не понял, если бы он сейчас не свистнул. И забивает он с пенальти. Или можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Вратарь спасает, но эпизод... Есть первый гол в этой игре. Хороший. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Какая техника. Как он обращается с мячом. Вы только посмотрите. А тут что? Ван либо пропал, поэтому эмоции и бьют через край. Молодец, арбитр увидел тут преимущество и не стал игру останавливать. Пас на ход, может быть интересно. Великолепный гол! Рэшфорд. Лестер на фланге. Есть где разбежать. Бить можно и забивать! Штангу мяч угодил. Играй! Гол! Мэдисон. Есть у него место для движения. Позиции на King Power Stadium. Сегодня здесь великолепные условия для предстоящего матча. Смотреть матч вместе с вами сегодня буду я, Георгий Черданцев, а также мой коллега Константин Генич. В прямом эфире мы сегодня смотрим. Гол! Как вам такое? Быстрый гол получается. Об интересе ПСЖ к новой покупке, но сегодня дело дошло до конкретики. Есть ли у тебя что-то на этот счет? Да, все так. Шумихи было много, но толку от... Счет матча открыт. Ну что сказать, мы этот гол... До ворот далековато, но надо рисковать и бить отсюда. Верный момент, чтобы забить со штраф. Есть удар! Очень. Вот таким шикарным голом. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Мяч на дальнюю идет.
И получается у него забить. Не удивлюсь я, если этот мяч выиграет номинацию лучшего гола месяца. Все тут получилось идеально. И навес, и удар. Не каждый сможет такое повторить. А вот еще один повтор, на этот раз с другого ракурса. Две трети матча сыграно. Последние полчаса игры смотрим. Лестер на фланге. Есть где разбежаться. Очень хороший перехват он сделал сейчас. Мяч в середину штрафной идет. Да, таким подарком грех был не воспользоваться. Еще раз посмотрим. Хороший удар. Получилось удачно навесить, и партнер не подвел. Отправил мяч в сетку ворот. Лестер очень хорошо сейчас контролирует мяч. Сопернику от этого приходится нервничать, потому что счет на табло не в их пользу, если так дальше. Санчо! И снова сейв. Мяч. И есть! Такой сложный удар, но не смог зафиксировать мяч. Безусловно, к вратарю есть вопросы, но чем в это время занимались защитники? Есть адрес у этой передачи. Ходит мяч у них. Забивать нужно! Попадает мяч в ворота после удара. Ставит корпус, не расстается с мячом. Гол! Забивают еще один мяч они. Катают они мяч. А сейчас вперед можно выйти. Ну и гол! Наконец-то! Симмонс. Мяч у них на чужой половине. Классный отбор. Можно играть. Есть удар. Открыть счет в этом матче. Штрафной. Карточку почему-то решил не показывать. Прилично до ворот и все. Просто невообразимо вратарь сыграл. Ты видел такое, а? Невероятное спасение сейчас сделал. Да, великолепным дальним ударом обладает этот игрок, но и вратарь в порядке. Прекрасный удар, но и вратарь хорош. Неплохой удар, но вратарь на месте. В центр штрафной мяч. Мяч достается вратарю. И удар! И он забивает. Ну и, конечно, повтор супергола. Очень красивый мяч получилось у него забить. Классно он продемонстрировал в этом эпизоде свою гибкость. Такой мяч, да еще и после углового поймать. Точно не каждый решится пробить в этой ситуации. Ах, какое мастерское движение. Маркус Рэшфорд. Тут может быть опасно. Гол забивают. Хочется увидеть хороший результативный матч. Санчо! Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. Мяч летит в центр штрафной. Спасает защитник свою команду. Да, момент. Забивает команда, но, к сожалению, в свои ворота. Автогол — это всегда обидно. Давайте посмотрим еще один повтор этого гола. Ковал своего голкипера. Просто браво. И что дальше тут будет? Отдает он передачу. Пас на ход. Может быть интересно. И еще один. Или пропал. Если реализовать этот штрафной, то шансов у соперника... Рэшфорд! Запишите на видео, и если матч так и закончится, они чемпионы! Мы видим, как... Мяч у атакующей стороны. Вот это передача Харри Кейна! Браво! Играет он на партнера. Нужно за... Хороший пас на ход. Все. И вот он! Первый гол! Открыть счет! Фактически вратарю сложно было как-то мяч удержать. Здорово защитник играет.
Хорошо увидел партнера впереди. Пас в разрез очень точно. Опасно как? Опасно тут будет. Счет.